Сегодня мы будем, наверное, заезд расчищать. Вчера мне не до этого было, много работы с малявками. Сейчас покажу вам, что с прудом. Колонка работает, все нормально. Туман такой стоит сегодня. В пруд уже не спуститься, смотрите. Все оттаивает. Я думаю, он полный будет. Вот там по центру я брал воду раньше. Теперь туда даже не зайти. Опасно, можно провалиться. Хотя лед твердый еще стоит. Но там слой промерзания где-то, наверное, полметра. Я думаю, весной пруд просто переполняться будет. Воды очень много. Представляете, вот это все поплывет в пруд. В общем, наверное, сейчас разъезд расчистим. Надо бы нам уже выехать сегодня. Давайте сейчас как раз займемся заездом. Плюс вечером работа с малявками. Нужно будет у них клетку вычистить, соломы им накидать. Чтобы всегда у них было сухо и хорошо. Поилку я им вчера установил. Но воду они так и не попили. Малявки спят у нас сейчас. Один малявка молоко сосет. Пока все дрыхнут. Установил им вчера поилку, воду налил, но они воду почему-то не пили. Сколько налил, столько и есть. Вода чистая. Воду им буду менять. Странно, почему они пить не стали. Не знаю. Но каждый из них подходил, я видел, когда установил. Они подходили к ней, смотрели, но пить почему-то не стали пока. Видимо, хватает молока, я не знаю. Будем наблюдать. Или рано я им воду поставил, что еще пока они, им хватает материнского молока. Малявки мелкие. Писали, что опоры, чтоб я убрал. Опоры я сделал, я уже объяснял. Для того, чтобы свинья, когда ложится их кормить, она плюх всей своей массы и все. А если она плюхнется вот таким образом, хоть на одного поросенка, она его раздавит. Поэтому сделаны такие опоры, чтобы она, когда ложится, она облокачивалась. У нее сейчас задача выкормить поросят. Потом я это все уберу. Когда они подрастут, они уже будут более проворные, прошаренные и будут более шустрые. А пока первое время они маленькие. Он как играется, беленький поросенок. Пока они маленькие, нужно, чтобы она их не придавила. Поэтому такие вот опоры и сделаны. А то мне писали, вообще хоть одну сторону убери, типа ей ходить тяжело тут перемещаться. Ей не нужно перемещаться, ей нужно кушать, отдыхать и кормить поросят. Больше ей ничего не надо. И когда она ложится, она по этим опорам, грубо говоря, на них облокачивается, и поросята, которые между этих опор бегают, они таким образом, она их не придавит. Так что я с вами не согласен, разбирать я ничего не буду. Я считаю так. И у меня таким образом все сделано. Если вы считаете по-другому, заводите свое хозяйство и у себя делайте как хотите. Но мне, я таким образом хочу сохранить поголовье просто и все. Хочу напомнить, что на Яндекс.Дзене ролики выходят на 4-5 роликов вперед. Если хотите посмотреть продолжение, по ссылочке переходите, смотрите, подписывайтесь. На Ютубе с задержкой ролики выходят хоть и каждый день. Все выгрузить разом я не могу. Также на телеграм-канал подписывайтесь, переходите, ссылка в описании. Там я показываю малявок, всякие разные видео. Показывал видео, как поросенок родился. Рождение поросенка в телеграм-канале есть. На Ютубе я такое показать не могу. Кому интересно, смотрите. Ну и так я их снимаю периодически и выкладываю в телеграм-канал. Там интересно. Всех ждем в гости. Переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Мне вот хочется вот этих птиц поснимать поближе. Но они не подлетают. Я им и зерно кидал, и что только не делал. Боятся близко подходить.
чирикают так прикольно. Зеленоватого цвета у них пузо, а сами, а верх, где крылья, у них коричневый. Вот они сидят, кстати. Прикольные птички. Еще хочется увидеть снегирей. В этом году я их еще не видел, но в прошлом году они где-то в марте-апреле. Ну, по-моему, в марте прилетали. Наверное, ближе к концу марта. Вот здесь как раз, в этом саду сидели, их много-много было, такие классные. Хочется вот их еще поснимать, и поснимать их хочется близко. Но если прилетят, я их подкормлю и попробую заснять близко. А вот этих не получается близко заснять. Не, боятся, не подходят к кормушке. Может быть, еды хватает, поэтому и не подлетают близко. Привет. Ветку для шиншилл оторвал? Да нет, я ее снял. А то они у нас, ну, я думаю, она подойдет шиншиллам. У нас шиншиллы ночью начинают грызть свою клетку, если и будет нас. Палочки. Но если им палки давать, то они будут более-менее бесшумные, да, по ночам. Да. У меня сегодня такая ночь была тяжелая. Кот у нас кефир хулиганил. Да, а я... С ума сходил. То шиншиллы. Я вообще... Я, когда у меня закрываются глаза, я вообще крепко засыпаю. Ну да, тебе повезло, у тебя сон крепкий. Да. А у нас с мамой нет. А еще у меня еще как-то одной ночью первый раз кошмар приснился. Да ладно. Вот. И что снилось? Мне снилось, например, как у меня сидит на спине огромный черный паук. Ну, это у вас с мамой. Это одни и те же кошмары на двоих. Ну, что один, что второй пауков боится. По моей памяти, по-моему, у меня первый раз приснился кошмар ночью. Да? Да. Ну, чтоб больше и не снились. Да. Да, пойдем разъезд расчищать. Угу. Вот на этой яблоне... Именно вот на этой прям очень вкусные яблоки. И посмотрите, какая она красивая. Прям вообще, да, класс. Да, как американский цветок. В прошлом году у нас яблок не было. Мало очень было в саду. Надеюсь, в этом году будет с яблоками хорошо. Вот мне интересно, вот эти иголки зеленые прям. Это свежие иголки или нет? Просто здесь он пожелтел местами. А местами такие тусклые зеленые, а где-то вот прям свежие как будто бы. Круто будет, если он все-таки оживет. И там есть? Да, вон тут немного. И тут. Вон. Ну, будем надеяться, что он все-таки прижился. Смотри, и тут. Ага. Эх, вон. Хочется, чтобы он выжил. Вон тут. Угу. Не трогай, пускай стоит. Да. Надеюсь, прижился. Тихо. Вот здесь, в сугробе. Но этот прижился. Надеюсь. Надеюсь, ему снег не помешал. Нет. Не повредил. Ну, в лесу-то они как-то же их закидывают так же сугробом. Ничего страшного, я думаю. Да. Ты что, мне тоже помогать будешь? Да. Как, руками? Может, лопату возьмешь? Правильно, маленький ты еще. Такие. Ты поднимай, какие не тяжело тебе. Хотя он маленькой лопатой чистил. Пока ее не потерял. Просто я ее потерял в сугробе. Угу. Ну, весной найдешь. Короче, будем расчищать. Выезжать, наверное, сегодня попробуем выехать. Дорогу почти до земли выгребли. Так что ездить на ней теперь можно. Будем чистить, покажу вам результат. За все время, что мы тут живем, вот первый раз такое, на самом деле. Снега много в этом году. Очень много. Я уже спины не чувствую. Такой тяжелый он. Слой большой до земли еще. Сейчас здесь все таять начнет, машина будет на участке в провал идти. Тут бы не застрять. Не скинуло бы меня еще. У меня чисто центр накатанный, твердый, а с боков мягко все. Меня уже туда один раз скинуло. А Саша сказал, сегодня копать не буду, завтра приеду. Но тут ему еще больше. У нас поменьше закидало. У него прям вообще жесть.
Фух. Ну зато они хорошо почистили, они в два грейдера шли. Там вон местами до земли, но здесь уже почти земля. Делываем это дело и пойдем, наверное, чай пить. Да? Да. А я вон уже от лопаты откинул. Угу. Мама там пирогов напекла. Сейчас чаек и попьем. Фух, все, вычистил заезд. Можно теперь ездить. Сейчас смотрел погоду, через пару дней обещают морозики по ночам опять будут. Это хорошо будет подмораживать, а днем плюсы. Вот так прошлой весной было. Днем плюсы, ночью морозы. И таким образом оно как-то равномерно все таяло. Но мы с начала весны и до того момента, как снег растаял, мы ездили вообще без проблем. А в этом году не получилось. Фух, ладно, пойдемте животными заниматься. Надо уже всех... А нет, чай пить. Да. Пойдем? Друзья, один малявка погиб, к сожалению. Вот он лежит, сейчас я его буду убирать оттуда, вытаскивать. Ну, такое бывает, что у свиней, ну, как бы, у свиноматки... Самый вот такой период опасный, вот, пока они еще совсем малявки и не окрепли. Надо его убирать. То есть их очень легко придавить и так далее. Маленькие такие малявочки. Бедолага. Жалко. Эх, жалко. Так бы как раз 12 сосков, 12 поросят было бы. Буду вам их показывать, как растут, как чего. Их крепыши маленькие. Блин, непривычно такие малявки. Вот смотрите, какая она огромная, да? И пока они маленькие, какие, и какие они малявки. Классные пятачки, буду вам их каждый день показывать. На третий день будем уколы им делать, клычки обламывать. Ну и покажу, расскажу, сколько мальчиков, сколько девочек. И расцветки прикольные. Там мне нравится с пятном, с черным. У него вот он. Такой прикольный. Козявка мелкая. Ладно, буду сейчас вытаскивать, а то они вон уже лезут к нему. Все, ребят, я его убрал. Жалко малявку, конечно. Вообще, самая нормальная тема в современных фермах – это опоросный станок. Свинья заходит в него, закрывается, у нее есть еда, вода и, грубо говоря, лечь, полежать, и все. И так она в таком режиме живет. То есть она их не сможет не покусать, ничего сделать с ними не сможет. И кормить, и даже если она их не будет кормить, все равно они будут подходить, когда она стоит, пытаться молоко сосать. В таком случае выживаемость больше. Ну и, соответственно, она так, таким образом давить не будет. Ладно, пускай отдыхают. Я тоже пойду отдыхать. Всех накормил. Сейчас еще надо с Байкалом погулять и домой. Вот такой вот у меня сегодня денек, ребят. Уже темно. Я сейчас иду отдыхать. Ну и на этом мы заканчиваем ролик. Спасибо большое всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.